Ужасно представить, что я сам могу дать место самому дьяволу сидеть у меня на шее, на голове и шептать мне на ухо, что мне говорить и регулировать громкость. Кажется, что как будто это не про нас. Интересно, что всегда хочется скинуть ответственность, перевести стрелки. Здесь говорится об оскорблении Святого Духа. Нам нужно важно помнить всем верующим людям, что каждый раз, когда мы грешим против человека, мы в первую очередь грешим против Бога и Духа Святого. Это то, что должно нас останавливать. Человек, нам кажется, он заслужил, и то, что я ему сказал, это еще мало. Ему бы дать бы, но вера не позволяет. Но здесь написано, что мы в первую очередь Духа Святого оскорбляем. Оскорбляем Духа Святого, в первую очередь грешим против Бога. Каждый раз, когда мы гневаемся, кричим на человека, раздражаемся и говорим злые слова, в первую очередь мы это делаем против Бога. Вы знаете, когда мы едем по дороге и видим полицейского, некоторых так, у них такое идет здоровое передергивание. Знаешь, раз так и пристегнулся там, на тормоза нажал. Вроде ехал по спидлимиту, такой рефлекс, раз сразу и по тормозам. Ты же нормально все ехал, как бы все. Просто такой здоровый рефлекс. Увидел полицейского, сразу так раз и так очнулся. Интересно то, что полицейский там был всегда. Он и там был. Он был, просто ты его не видел. А он там всегда был, он там стоял еще и час до того, как ты там проехал. Но то, что ты осознал, что он вот прямо тебя увидел, ты начал так по-другому реагировать. Вот точно так же происходит и у нас, друзья, с Духом Святым. Мы вроде бы едем, и он там есть, внутри он у нас есть, если мы возрожденные люди, христиане. Но как будто мы иногда забываем, иногда нам нужно вот это просто как-то открыть наши глаза и понять, ну он же там есть. Он всегда все видит, всегда все слышит. И каждый раз, когда мы так неправильно реагируем, мы оскорбляем этим Духа Святого.